Меня зовут Сафронов Алексей Викторович. Я главный агроном в компании «Кубань», АПК «Кубаньхлеб». АПК «Кубаньхлеб» компания занимается является семеноводческим предприятием. Мы буквально с 2020 года стали заниматься семеноводством. В наш холдинг входит три хозяйства, которые расположены в Тихорецком районе. Посевная площадь наших хозяйств составляет 25 тысяч гектар. Из них 13 тысяч гектар мы отводим на озимый клин. Благодаря тесному сотрудничеству с Национальным центром зерна имени Лукьяненко мы каждый год увеличиваем палитру сортов. В этом году у нас она составляет 22 сорта. Это способствует, в свою очередь, развитию семеноводства с внедрением новых сортов и позволяет изучить новинки, которые институт предлагает. Мы каждый год закладываем в своих хозяйствах демонстрационные участки, в которых мы высеваем даже те новинки, которые еще не районированы, чтобы мы заранее могли увидеть, как себя каждый сорт поведет в той или иной ситуации. Прошлый год, то есть вот этот сезон, который прошел, подчеркнул, насколько важна для агрария мозаика сортов. Непредсказуемая погода потребовала от растений различных качеств: жаростойкости, устойчивости к различным болезням, устойчивости к полиганию, а также высокую отзывчивость на удобрения. Хозяйства с высокой культурой земледелия в этом году смогли добиться хороших результатов, так как вот выступал до меня спикер, доказывает это. Поначалу все, я думаю, видели посевы, все смотрелись великолепно, все оценивали свои результаты выше, чем получили на самом деле. Даже мы оценивали свои результаты, что мы получим выше 70 центнеров и все будет хорошо. Но сложившаяся ситуация весной, это прохладная весна плюс большое количество осадков, так как у нас всегда средняя годовая норма это 400-450 миллиметров. У нас буквально за два месяца выпало 250 миллиметров. И в момент как раз таки цветения, вот эти все осадки очень сильно повлияли на черезерницу, что снизило урожайность. Плюс налив зерна, когда происходил, опять большое количество осадков тоже повлияли на качественный налив зерна. У нас в холдинге мы занимаемся семеноводством и высеваем тоже с нормами небольшими. Но до 100 кг мы еще не ушли, но мы в районе 150. Бывает, если сложный предшественник или там по кукурузе, мы добавляем до 180 кг на гектар. Мы в этом году получили урожайность 60 центнеров с гектара, что в свою очередь выше среднерайонной и немного выше зачетного краевого результата. В этом году мы заметили, что выстрелили, можно сказать, скороспелые, ультраскороспелые сорта и среднеранние. Такие сорта, как Юбилейная, Изабель, показали максимальную урожайность, это 66 центнеров, 62 центнера. И среднеранние сорта, это Таня, Бумба, Степь, Школа и другие многие сорта в районе 62-65 центнеров с гектара. А такие сорта, как мы всегда популярные, Алексеич, Тимирязевка, на них все ставили большую ставку, так как в прошлом году они показали результат от 80 до 90 центнеров. В этом году средняя урожайность 55-56 центнеров. Получается, эти сорта провалились в этом году. Благодаря использованию мозаики сортов
мы вышли на средний результат в 60 центнеров. Так как мы не использовали только там самые высокопродуктивные, среднеранние, среднепоздние сорта, которые дают максимальную урожайность, если сложатся это самые идеальные условия. В этом году, ну, не в этом, ну да, мы всегда используем в своем, как сказать, ну, в хозяйстве у нас присутствует около 10-15% скороспелых сортов, что позволяет нам раньше зайти с уборкой, это сдвинуть сроки начала уборки, затем минимизировать потери при уборке. Мы сначала заходим на скороспелые сорта, затем заходим на среднеранние сорта и затем заходим на позднеспелые сорта. И поэтому у нас в момент уборки получается минимальные потери урожайности. Благодаря подбору сортов мы можем закладывать определенное количество удобрений под каждый сорт. Потому что не каждый сорт очень отзывчив в своей мере на удобрения. Есть сорта, которые максимально отзывчивы, есть сорта, которые минимально отзывчивы. К примеру, если у нас есть, мы заранее знаем площадя, которые там немножко слабые по плодородию. Зачем там использовать максимальные сорта, которые мы заранее знаем, что они не дадут максимальный урожай? Зачем туда вкладывать удобрения большей нормы? Туда мы высеваем среднеранние сорта, которые более устойчивые к агрофону, и получаем средний урожай там 60 центнеров с гектара. А сорта, которые более высокопродуктивные, мы уже размещаем специально по лучшим предшественникам, по лучшему агрофону, где мы получим там более высокую урожайность. Также сорта, мозаика сортов нам помогает и в севе. При раннем севе все знают такого, к примеру, вредителя злаковая муха. Если рано посеять, этот вредитель очень может навредить, как бы принести серьезный урон, повлиять сильно на урожайность. Используя более поздние сорта, мы высеваем их немного позже. И при всходах более поздние посевы уже температура не та, и вредитель уже как бы не летит на зимую пшеницу, на всходы, и как бы повреждает эти сорта меньше. Плюс еще есть сорта, которые более устойчивы к вредителям. К примеру, есть растения, которые формы растений с отстающим от стебля калиоптилем, на них это вредители нападают раньше, и они как бы более предпочтительны для них. Для растений, которые калиоптиль прилегает плотно к растению, вредители практически не повреждают, и он как бы составляет мозаику, что мы можем как бы распределить какой-то сорт более интенсивно защитить, который какой-то другой сорт менее интенсивно защиту применить. В хозяйстве, как бы я сказал, если вот в среднем хозяйстве, да, у вас присутствует вот у коллеги 18 сортов, ну, конечно, это много для хозяйства, это тяжело работать. Да. Ну, в хозяйстве должно присутствовать в пределах 80 сортов, чтобы можно было разместить сортовую политику от раннеспелых до среднепоздних, чтобы каждый год у нас, как вы знаете, необычный, все говорят. Поэтому какой-то момент, вот если в этом году проявилось, что поздние спелые сорта провалились, раннеспелые, раннесредние сорта, они наоборот показали наивысшую урожайность. И чтобы оставаться как бы в средних показателях, необходимо сделать сортовую политику из 80 сортов. Алексей Викторович, минутка. Ну и как я сказал, сев мозаики сортов очень поможет при уборке, так как
можно ее просто распределить, растянуть на 2 недели, начиная с ранних сортов, заканчивая поздними. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Есть вопросы, друзья? Так, по объему у меня вот. Мы под зимую пшеницу вносим 150 килограмм осенью и 300 весной. Сульфам и фос. И весной 300 килограмм селитры. Ну это в физике, да, вы что? А кто что урожай? В физике. Разово 300 или делим? Делим, 2 подкормки. А кто же урожай берет? Дом, про который вы говорили. 60, как, до 70 центнеров? Ну конечно, а вы же, ну, считать тоже умеете. Да. 5 килограмм на тонну. Продукции идет фосфор. Если вы вносите там сульфам... Ну вы же не забывайте, что 40 килограмм. Наши почвы тоже как бы насыщены удобрениями. Хорошо, а азот тогда? Азот, ну получается... Азот только в подкорм. Ну мы же еще вносим основные удобрения под предшествующую культуру. А предшествующая культура, вы знаете, она все удобрения не выносит. Ну